Депутаты начинают встречу ровно в 5 часов. По количеству людей в зале понятно, никто больше не придет. Люди не привыкли к такому общению с народными избранниками. Я очень и очень удивлен, что созрели наши депутаты для общения с народом. Диалога нету, его и не было, и он не возникает вот сразу, вот так вдруг, правильно? Становится ясно, не привыкли к общению и депутаты. Да, может быть, сегодняшняя встреча будет выглядеть как-то косо и не так, как бы всем хотелось нам. Но давайте постараемся относиться друг к другу с уважением, это первое. Во-вторых, попробуем все-таки выстроить диалог, который будет идти на пользу города. Но конструктивного диалога не получается. Жителей переполняют эмоции. Накипело. Социальных магазинов нет. Открыли на вокзале. Социальный магазин. Скидка 2%. А там живут только железнодорожники в том районе. И какой пенсионер поедет брать там продукты на 1500? Чтобы заплатить за дорогу. Так он их и здесь купит. Почему в Ярославле скидка 15% в социальных магазинах? А у нас 2% сделали. Вы, как депутаты, знаете ли вы, что фасад детского отделения смонтирован из огнеопасного материала? И есть решение суда, предписывающее демонтировать этот фасад еще с 2012 года. Почему вы, как депутаты, не принимаете никаких мер? Депутаты передают микрофон главному врачу Корсаковской ЦРБ. И мне очень приятно, что вы очень компетентны в вопросах здравоохранения. А я вот не вижу, где вы, Голубкина? Да, даже не про медицину. То вы знаете даже такие тонкости в нашем здравоохранении по поводу фасада здания. Вы не в пожарной части работаете? Что вы издеваетесь? Обоснованные претензии, вопросы, оставшиеся без ответа и повышенный эмоциональный фон. Таковыми оказались итоги встречи народных избранников с народом. Впечатление отвратительное. Мы стали свидетелями того, что депутаты, по сути, расписались в собственной некомпетентности и никчемности. Во-первых, и пришло их сколько? 2 человека. Вот. И те, которые, в общем-то, так могут отговориться, и все почему-то, остальных нет. Они все избраны. Несколько вопросов депутаты все же пообещали обсудить с коллегами. Вот и весь результат.